И снова всем привет, дорогие друзья! С вами NoFix! И Шемора! А мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Да цепи ты эту херню уже от себя! Прицепился, ребята, и в дом зашел с крюком, блин. С хуком. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. И сегодня, ребята, нас ждут с вами интересные приключения. И эти приключения мы с вами будем проводить под водой, ребята. Добро пожаловать на подводную охоту в Ark Survival Evolved. Мы, наконец, скрафтили снаряжение. У меня теперь есть такая возможность. Крафтить снаряжение для водолазания. И вот оно, весь комплект у нас полностью есть. У Артема точно такой же. И сегодня мы, ребята, будем охотиться не просто так с вами. Мы с вами будем охотиться на светяшек. На рыбок-светяшек. И как многие могли заметить уже, ребята, теперь в Ark Survival Evolved имеется, ребята, русский язык. Русский язык, ты представляешь? Русский язык, Артем. Русский. Арк на русском, ёпта. Да, арк теперь на русском. Соответственно, ребята, которые испытывали проблемы, соответственно, со знанием языка английского, потому что раньше арк был, грубо говоря, дикий самец какой-то ко мне, сука, подплыл. Слышь, не надо трахать моего дельфина. Там дикий... тебя еще этот... Чё за лалка, блин? То есть меня... Ой-ой-ой, ты видел опять скопление? Посмотри, там сколько дельфинов! Жесть просто. Вот это охота, ребята, вот это... Нифига себе, какая дичь, ребята, здесь жирненькая. Надо ее как-то сбрить, но я не знаю, на дельфинах мы сможем это сделать, нет вообще? Да вот, сбривается по чуть-чуть. Очень по чуть-чуть, я бы сказал. Короче... Ой, еще одна, поплыли отсюда, короче. Там что, еще один дикий самец? Да, и еще один вон. Поплыли. Поплыли. Ты где? Ты куда поплыл? В какую сторону? Ага, вижу тебя. Я над тобой. Да, ребята, теперь у нас не тратится вода. И, соответственно, чтобы видимость улучшена была, мы можем надеть даже с вами масочку. Да, у нас не тратится вода. Ой, воздух. Ну что ты начинаешь-то сразу, блин? Нормально сказал. Вот, и что-то маска ни хера мне не дала видимости. Она мне интерфейс перегородила, и все, братан. Ты где, кстати? Я здесь вижу жесткого хищника. От первого лица надо. А, да, ох ты! What the fuck? Hello. Hello, hello. Кстати, значительно лучше стало видно. Знаете, какая фишка в этой маске? Просто убирается вот это голубое, голубой туман, скажем так, который под водой реализован. А не более того, то есть вот так ты под воду, тынц, вот так вот ты, соответственно, в маске. Вот так ни хрена не видно, а так посмотрите, какая видимость идеальная. Ну ладно, давайте искать эту маленькую дичь и дрючить ее. Это светящаяся рыба, для чего она нам нужна? Нам нужен из нее ресурс. Нам нужен из нее ресурс, который позволит нам делать более интересное освещение в доме. Ёптить, вот ты посмотри на это, сколько здесь, какое скопление животных. Жесть. Помнишь с тобой, когда мы охотились? Вот опа, они, вот они. Две. Рыбки-светяшки, ребята. Давайте их кусать. Вот они нам и нужны. Так, это я сделаю уже от третьего лица, чтобы было удобнее. Вот эту, давай черную. О-во-во, а что все дельфины на них напали? Господи. Господи, что же это... Что же это происходит? А ты где? А ты с кем там? Я здесь. С дельфином играюсь. С каким дельфином ты играешься? Нам рыбки-светяшки нужны, а здесь целая стая к нам при... Что они делают с твоим дельфином? Почему они тыкают его? Сука! Угар! Посмотри на это! Ребята, много лайков надо ставить срочно! Нихера себе! Армия дельфинов! Ты посмотри, они все за твоей! Они все, это все дикие самцы, ёпта. И все они хотят трахнуть твоего дельфина, Артём. Что ты при этом испытываешь, скажи? Моего персонажа, блин. Да ладно, вы ЧСВ, что ли? Вон, моего тоже трахнуть хотят. Смотри, теперь они моего хотят. А где эти, блин? Они уплыли под шумок, слышишь? Пока здесь дикая Deutsche Porno. Я, what is this? Хватит. Сейчас ребята что-нибудь не то подумают. Ладно. Ладно, ладно, давайте смотреть. Куда эти твари-то делись? Я не знаю, они куда-то исчезли. Как будто, а может их сгрызла эта большая акула? Поохотились мы. Да не верю, блин. Да ладно. Да ладно, ребята, что-то должно происходить было, но ничего не произошло. Эти маленькие твари сбежали, видимо, от нас. Слушай, а может нам их все-таки тыкать? А я, знаешь, что? Есть у меня копье, да. Мы будем вылезать из копья, наверное, тыкать. Я что-то сомневаюсь. Лучше то, что дельфины у нас слабенькие.
Да, потому что, ребята, вы видели, да, они не кусаются, нет, они, по-моему, врага своего облизывают. Или покусывают. Сука. Что за выпуск у нас сегодня, а? Это подводная охота, дорогие выпуск. Друзья. В Ark Survive опять, сука, акула. Ты видишь, братан? Ага, вижу тебя. Какая акула? Где мратиш? Я тут гербарий нашел. We are the champions, my friend. О, да. Нашел. Да. Ни хрена себе, агрессор. Иди сюда, агрессор. Где мои ласты, ёптить? Я в ластах, почему я так медленно плаваю? Я тоже. Агрессор, ты чё, агрессор? Я буду пока синюю выцеплять. Отвлекай. Чё на меня дельфины-то за мной ходят? Там рыба не может пройти. Она не двигается? Она не атакует меня, один раз укусила и обиделась, что ли? Я вскрыл одну! Сука! Я тоже. А в нем только стрелы и какой-то бомжатский лут какой-то. Что? Что? Артём? Да. Артём, за тобой! Беги! За тобой, тебе голова! Сука, да мне даже не дельфинов жалко. А вот это вот, я их отвлеку, давай. Уходи. Уходи, Артём. Сдохни! Сдохни за дельфина! Тварь! На! Уходи, Артём. На! Уходи, Артём. Сдохни, тварь! Мрази! Сука, мы двух дельфинов с тобой потеряли, да? Или я ошибся? Не, это просто глюки. Надо на берег добираться срочно, братан. Да, попробуй. У нас все очень плохо. Сука, ребята, вы этого не видите? Пожалуйста, никому не рассказывайте об этом. Значит, почему я в ластах так медленно плыву? Я не знаю. Скажешь, видимо, глубина такая. Значит, история, дорогие друзья, такова. Два дебила в руках пустые. Подводных охотника. Не, один там был только. Ты, да? Я нормальный. А значит, решили отправиться на приключения в подводные глубины, скажем так. Ну, я-то стал 10 этих англер. А я 39. А, но не в этом дело. И как можно было просрать, сука? Отсюда. Тут холодно, слышишь, тут зима. Нам надо выбираться. Мне нужно вылечиться немножко. Я хочу всплыть вот на этот камешек как-то. Блин, меня там сейчас... Там все, акула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, не сдохни. У меня стамины нет, слышишь? Mm-hmm. И прожать ее не могу. Я сейчас акулу эту выцеплю. Что-то мне кажется, мы очень медленно с тобой плывем, братан. Главное, живи. Ёпта, вот это эпик. Плывай. Потерять двух дельфин. Нам нужно будет новых приручать с тобой. Угу. Mm-hmm. Ну ничего, сделаем это. Ребята, вот в чем прекрасен тем... Слушай, у меня стамина заканчивается. Холодно только над водой, если ты не заметил. Мне из-за звука холодно. Самому сидится тут. Сука. Дома. Такой в зимний биом попал в арки, да, и замерз, ёпта. Вы представляете, насколько атмосферная игра, да, друзья? Это 5D просто. Кому еще холодно, напишите в комментариях. Напишите Шиморка, хэштег «Мне холодно». Мне холодно. Я же мерзаю. Нифига здесь. Здесь там стая какая-то в атаке. Фу, братан, я еле как... У тебя стамина в порядке? Да. В порядке, да? Теперь уже да. Ты тоже что здесь? За замес жесткий такой? Я не знаю, мы с тобой в какие-то... Я тебе говорю, это уже не арк, мы с тобой в какие-то приключения попали. По кому ты дал, по птице? Птиц. Кто там? Эй, живи! Ой-ой-ой, живем! Не вылазь. Под воду, они туда я не Я нырнул, могут. нырнул, сука! Сука! Жесть. Сейчас мы, суки, вам отомстим, твари. Нифига ты их сагрил, ты, получается, на себя всех сагрил, что ли? Да, блин, один патрон, блин. И все согрелись, сучки. Кого так. Они там бьют? А, там кошка еще. Давай, я здесь, я наверху. Угу. По самой коцанной, короче, надо простреливать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. По самой коцанной надо давить. Сука.
под воду, я под воду, я под водой, я под водой, сука, близко. Артём, уходи под воду. Ушел? Угу. Да, один минус дал. Пошла в жопу, тварь. Да я же в ластах, я же должен быстро плавать. Ой-ой-ой, еще прокоцали, блин. Прямо над водой, братан, надо уходить. Давай уходим подводным путем. Ладно, идем, идем. Не поднимайся, а то сейчас еще это. Нормально, нормально, нормально. Они ничего не могут сделать. Let's go. Они бомжи, сейчас, сейчас, сейчас будем уходить. Они там под воду ныряют за тобой. Да ладно. Ах ты, сука, какая вот это да! Вот это эпик, ребята, надо добить их. Ой, тут еще и мегалодон приплыл, слышишь? Надо уходить, походу, иначе вот, мы... Мегалодон, это опасно. Так, вижу. Я пытаюсь просадить. Сука, все сломали. Я пытаюсь... Уходи. Просто уходи. Я пытаюсь на меня, на себя переагрил одну. Сейчас добью. Две на мне. Они обе. Три все. Ага, вижу. Ныряю. Нырнул. Теперь на тебя уходят. Давай их так вилять. Туда-сюда. Нырнул, хорошо. Сука. Одна у меня, одна у тебя. Подводная или надводная охота у нас сегодня, не? Непонятная. Такая. Совместно. Вышла. Вот так вот, сучка драная. Все, блин. Порешали. Ребята, это просто жесть. Это просто, что мы с тобой сейчас испытали. Нам нужно выходить на берег, мне кажется, и снимать ласты нахрен. У меня их уже и так нет. Надо выходить на берег. Ребята, мы охотились на рыбок-светяшек. Сколько мы получили, пофармили? У меня 43 гель-удильщика. У меня 10 только. Я одну успел убить. И минус 2 дельфина. Невероятно. Ну давай добираться потихонечку в стороны базы, тогда пошли. Ну здесь она, близко-то. Гол. Так, надо снять это говно, блин, которое мне все испортило. Я теперь обвиняю во всем маску, понимаешь? Мне кажется, все дело в маске. Блин, на ультраграфике арк просто жесть красивый. Братан, нереально эпично. Fucking epic shit. Никого здесь нет рядом? Вдруг сейчас... Не, нормально. Нам осталось сейчас нарваться на каких-нибудь бомжей, жестко агрессивных, ага, которые скажут, ну-ка на, ёпта, кто это у нас здесь бегает? А, ты с собой еще металл взял, да? Нормально. Ну. Нормально, а я ничего не взял. Я думал, мы с тобой нормально, тихонечко сейчас под водой поохотимся. Я ожидал просто, что произойдет какая-нибудь дичь. Да? Да, ну давай. У нас не может не произойти она. Это же мы. Да-да-да. Сука, ну два дельфина, ребята, это трагедия. Это трагедия. Какой дебил вообще может взять и уйти от своих животных в Ark Survival Evolved? А нет, ну она присвечена была, только акула подошла сзади. Во всем виноват ты, сука. Розовый додо, фиолетовый. Нихера себе, блин. Одного... Опа! Артём, ты чё, блин, у меня хп мало? What the fuck? Чё я-то? Я ничего не делал. Я видел, как ты ничего не делал. Чья, блин, вот эта вот херня во мне торчит? Без понятия. В чём она? Сука, баллон чуть не пробил. В плечо, сука, зарядил товарищу. Думаешь, металли и все тебе можно? Ну да. Черепашка-ниндзя. Ребята, мы играем на хардкоре. И такие риски вообще здесь неприемлемы. Я не про того, что Артем стрелу засадил, а то, что мы сейчас сделали под водой. Это было просто нереально, ребят. Надо много-много лайков за это ставить и, соответственно, поставить лайки в честь падших дельфинов. Угу. Да будут помнить их. Наши дети и дети наших детей. Да будут помнить, да. Я думаю, мегалодонов можно сейчас приманить сюда, слышишь? Мяско хотя бы. Блин, нам нужны новые дельфины, братан. Чё, стой? Не знаю, просто стой. Хорошо, что я взял с собой пакетики крови. Угу. Было бы вообще, ой, как больно. Угу. Больно и страшно. Получать звездюлей от этого. Надо сейчас что-то... У тебя мясо вообще еще есть и пакетики крови еще остались? У меня есть 3 пакетика крови. Тебе надо? Не, сейчас уже нет. У меня мяса вообще нет. У меня 19 кусков мяса. Давай я тебе дам. Не, сейчас мы уже вот пришли. Сейчас я спрыгну. А, у меня много мяса еще есть. Не. Ты хочешь сверху на базу? У тебя крюк был вообще-то. Давай, открывай дверь, я сейчас покажу, как можно сигануть в дверь, ребята. Давай, сейчас на разгон возьму, ёпта.
Угу. Давай. Там развейся только. Да! Видел? Ты видел это? Что там сломалось опять у тебя? Что ты там делаешь? Я ничего. На крюк зацепился, что ли? К Аргентавису пошел? Угу, мяска взять. Ох, мясное. Блин, ребята, ну это просто страшное дело. Ну, у нас еще есть один ихти, но он 13-й и... Вот это... Вон еще один, сейчас притомим я. Где? А вон, у нас тут на базе прям. Че, заплыл что ли? Да, походу. 76 уровня. Стой, стой. Маленький, как ты хорошо-то сюда зашел. Дикий самка. Дикий самка. Дикий самка. Дикий самка, ихтиозавр. Вот здесь и стой. Где он? Томится, да? Угу. Ждите, пока снова проголодается. Надпись. Блин, правда темнеет, сука. У тебя факелы с собой есть? У нас здесь освещалочка. Да, есть. Смотри, он даже под водой горит. Ну-ка, подожди, покажи вот так вот. Стой, я на ультраграфике никогда не видел такого зрелища. Вода просто шикарная. Ох, какая красота. Ребята, посмотрите, насколько атмосферно все-таки. Насколько это все атмосфера? Что у нас в костре-то там? У нас есть еще, да, давай зажжем огонь. У нас там в этом, я мясо ж привозил. Как его? Ну, да, мясо, дельфина. Не, мясо у нас много на самом деле. По факту. Что-то он голодает. Надо долго. Бы пожарить, давай-ка сейчас прожарю, я пока на прожарку поставлю мясцо. Дельфины такие привередливые, сука, что им жареное надо. Специи вам туда не насыпать, ёптить. Сразу. Перчёненькое, солёненькое, что предпочитаете, уважаемый мистер Дельфин? Ты чё его, блин, зажал в угол, Томиш? Ну пусть так и сидит, блин. Я чувствую, ребята, он очень долго будет приручаться. Чё-то ему не нравится то, что ты ему даешь. Нормальное мясо, чё там? Немного зеленкой помазан. Мне кажется, ему не нравится что-то. У меня какой-то звук сейчас странный был. Меня нормально слышно? Да. Такой звук типа бинг, бинг. Это очень странно. Стой. Ладно, давайте выйдем сюда. Я пока посмотрю, плавают ли рядом у нас какие-нибудь мегалодоны, которые, возможно, хотят напасть на нашу секретную базу. Вот, ты ушел, начал нормально кормиться. Сука. Не хочу с этим бомжом иметь дело. Лучше корми ты меня. Так, красиво-то... Слушай, вообще ничего не видно. Да хватит уже дышать, как Дарт Вейдер, сука. Люк, я твой отец. На, папа. Во, все, теперь все в порядке. А то он там прям это... Так. А я вообще ни одного мегалодона не вижу. Ладно, потом. Нас никто не окружает, но наступила ночь, друзья. А это самое неприятное, что может быть. Из всей нашей истории. Так, ты посадись на место-то, чё ты завис? Управлять. Кстати, что вы думаете, ребята, скажите, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу русской локализации Ark Survival Evolved. Просто интересно. Вот твое, Артём, мнение какое? Все ли правильно? Все ли так, как ты хотел? Или нет? Я вообще никак не хотел, мне пофиг было. Вот, например, цветок пиписька называется растение X, как люди X. Мне не нравится. Так оно и на английском называется. Но нет, но мы-то называем его цветок пиписька. Надо было нам в свое время участвовать в локализации. Да, неправильно там. Кое один знакомый наш перевел. Надо было, чтобы он перевел это правильно. Цветок пиписька. Что у нас там еще не так было? Да много чего вообще. Подожди, а где я? Ты куда смылся? А что там еще кто-то рядом что ли сидит? А это камень. Господи, я думаю, что за дичь? Ждите, пока снова проголодает. Он пытается сбежать, он думает, во, бля, заплыл, ёпта. А он хотел с этим ихтиозавром, видимо, об него потереться, заняться любовью, чтобы сделать маленького ихтиозавренка. Но! Тут приехали мы. Ой-ой-ой, какая красота. Посмотрите, ребята, на проработку в Ark Survival Evolved. Посмотрите, ультраграфика, друзья. Это просто что-то вообще с чем-то. Я вот в упор подъезжаю, и это реально эпик, братан. Вообще. Офигеть, ребята. Может быть, хотите еще ближе?
смотрите, еще ближе. Вот грачи. Это проработка. Что говоришь? Грачи? А? Где летят грачи? Грачей, где-то там вот летели. Грачей нету в арке, что ты начинаешь-то? Грачи, говорит, грачи. Правда, я не понял, что за грачи. Ну ладно, ребята, если вы поняли, что за грачи, пишите об этом тоже в комментариях. Не, ну грачей нету в Ark Survival Evolved, что ты начинаешь? Да, нету. Нету грачей. А ты любишь, когда летят грачи? Нет, мне другое нравится. Ладно. Че он не томится-то ни хрена, блин? Не, да не... томится, я его кормлю, ты подплываешь, он это, убегает. Да не томится он ни хрена, блин. Он негра боится. Так-так не томятся, блин. Томятся это сразу, когда оба съел и сразу приручен. Смотри, ты подбегаешь, и он уплывает, блин. Че ты меня боишься, маленький? Я добрый вообще-то. Я-то вообще-то добрый дядя. Ты свое лицо видел? В смысле? Че с ним? А, это из-за того, что розовым покрашено. Ну это же видно, что это макияж, ёпта, чё этого бояться-то? Он, может, педиков не любит. Дикий самка! Каких педиков? Это она, подождите, дикий самка. А это у нас тоже... Ах ты, лесбиянка сраная! То есть я сказал вначале, что она пришла сюда, значит, подружиться вот с этим ихтиозавром. Сука, что мы несем сегодня на серии? Ладно. Друзья, давайте забудем обо всем этом. Мы, значит, планировали, что сегодня будет невероятная эпичная охота на... Кстати, сейчас покажу вам, как это гель-удильщика, как он работает. Слушай, а в костер гель-удильщика можно применить? Не помню. Кажется, по-моему, да. По-моему, да. По-моему, да. И он не работает ни хрена. Ни хрена не работает, ребята. Вот этот факел стоящий. А у нас здесь нет стоящего факела. Нету. У тебя есть сейчас ресурсы или что-нибудь с собой? Ай, блин, сука, нету. Нету, жалко, ребята. Но в любом случае мы вам покажем, для тех, кто не видел. Будет такое голубое освещение. Такое светлое белое. Без желтого. То есть офигительная тема. Но этого геля нужно очень много, поэтому... Штука такая, друзья. Но в любом случае, спасибо вам огромное, ребята, за лайк. Надеюсь, мы сейчас притомим вот эту дичь. И, соответственно, у нас все будет прекрасно. И мы еще сходим с вами на эту охоту. Неудача постигла нас, к сожалению. Взяли и проимбали, соответственно, то, что должно было быть. В любом случае, да, спасибо вам за просмотр, за лайк. Ну, а с вами был NoFX. И Шиморо. А мы увидимся на следующем видео. Всем пока. Всем пока, ребят.